«Умник» – это конкурс научно-инновационных проектов Фонда содействия инновациям. Студенты и аспиранты ведущих вузов Курской области ежегодно принимают в нем участие. Представительство фонда в Курской области работает с 2012 года. За этот период более 100 молодых ученых-инноваторов смогли защитить свои проекты успешно и получить гранты на развитие своей инновационной идеи. Форум собрал представителей власти, бизнеса и ученых. Меры поддержки предпринимательства, которые существуют в том числе и в области, вот сейчас, в период пандемийной кампании, они показали свою роль. Вот мы хотим вот сейчас вместе с администрацией области, в том числе за счет от молодежи, участия в молодежных программах «Федеральный умник» и так далее, сейчас как бы двинуть шаг вперед и инновационное развитие нашей Курской области. Как показывает практика, победители добиваются немалых успехов. Александр Панов, например, разработал уникальные импланты, которыми в дальнейшем заинтересовались в Минздраве. Разработка и экспериментальная апробация кровоостанавливающих средств двухкомпонентных, которые будут состоять из двух слоев, которые будут одновременно выполнять роль кровоостанавливающих средств. У нас есть положительные истории. Многие из ребят перешли на программу «Старт», и на сегодняшний момент уже около 20 проектов по программе «Старт» также поддержаны фондом. Проекты в финале представлены по 6 направлениям – от биотехнологии до ресурсоснабжающей энергетики. Выбрать самый лучший – задача экспертного жюри. В приоритете у специалистов – научная новизна и практическая польза. Оценивать ребят я планирую по их заслугам, естественно, по их инновационным материалам, то, что они предоставят нам на суд жюри. Посмотрим, что ребята подготовили. Авторов лучших инновационных разработок определит Фонд содействия инновациям. Каждый победитель получит грант в 500 000 рублей на дальнейшее развитие проекта. Результаты станут известны в следующем году. Мария Колосова, Семен Ковтанюк. События дня.